Кино на ТВ-РУС. Их совместная жизнь давно стала обыденной и неинтересной. Вы, пап, невольный художник, он военный летчик, он должен исполнять приказы. А можете пообещать, что вернется к Новому году, а? Не в моих силах, мы же люди военные. А мы же люди военные, понятно, мы приказы выполняем, а командир мой муж. Ну, спасибо тебе. Да это святое дело, помочь другу, когда ему нужно свалить к бабе. Возможно ли найти любовь снова, если ее уже один раз потерял? Операцию решено продолжить. Давно я за границей не был, точнее. Сбросите оборудование, медикаменты. И обратно. Видимость там почти нулевая. Сделай, даже не надо. Ну, не в первый раз. Но внезапная катастрофа способна разрушить все планы. Мне надо с вами поговорить. Что-то случилось? Сгоревший самолет завалило камнями. Глеб погиб. Все это жуткая трагедия. Но Глеба больше нет. Он жив. Один несчастный случай может дать надежду на новую жизнь. Не отрекаются любя. В субботу на ТВ-РУС.